Sonic Speed Simulator опять вышел очередной ивент Beach Party Event, где мы сможем получить два новых скина. Но также в игре еще появился новый таймер с началом ивента Metal Sonic. Но перед началом видео хотел бы специально для вас разыграть 500 робоксов, за которые вы сможете купить, например, пак с питомцем крутым, либо же, например, разблокировать себе недостающий скин Sailor Tails, ну или какой-нибудь геймпасик в Sonic Speed Simulator. Но чтобы поучаствовать, вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео, и написать абсолютно любой комментарий под этим видосом. Но чем больше комментариев, тем больше шансов, естественно, на победу. Я вам желаю удачи и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получите свои робоксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робоксы совершенно для всех. Ссылочку на сайт и на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите как можно быстрее. Всем привет, ребята, с вами как всегда Цезарь, и добро пожаловать в Sonic Speed Simulator. И прямо сейчас у нас уже очередная суббота. Прямо сейчас 7 часов утра я нахожусь на тестовом сервере Sonic Speed Simulator. И прямо сейчас мы с вами посмотрим новое обновление, которое уже, скорее всего, выйдет сегодня. Я не знаю, опять же, точное время. Может быть, я сейчас выпущу ролик, ребята, в 9 часов утра, ролик на тестовом сервере, а по итогу там обнова выйдет буквально минут через 5, то что уже было такое, я выкладываю ролик на тестовом сервере, обнова берет просто и выходит на обычный сервер без какого-то либо пинга и тому подобное, ну, без какого-либо оповещения. Вот, но в этом видео посмотрим, что добавилось, обнова реально крутая, наконец-то, если прошлая обнова у нас была не особо, да, там вот этот индекс, короче, фигня полнейшая, то эта обнова уже интересненько, и следующая обнова, ребята, тоже будет максимально крутая. Также, ребята, если что-то с моим голосом не так, то не удивляйтесь. Удивляйтесь, я конкретно заболел, у меня температура, сопли, горло максимально сильно болит, поэтому ролик очень трудно, ребята, записывать, но все равно для вас записываю, чтобы вы знали новую информацию, и, ну, как бы, ролики надо же записывать все-таки, вот, но не об этом, ребята, перед началом хотел бы вас попросить все-таки подписаться на канал, реально, поддержите видосик, поставьте лайкосик и напишите комментарий. Также в начале видосика, скорее всего, был розыгрыш до 500 робоксов, я вам сейчас это чуть попозже покажу. Вот, ну и также не забывайте колокольчик, чтобы приходили уведомления, обязательно. Но на тестовый сервер, ребята, если кто-то уже знает, как попасть на тестовый сервер, вот, то вы красавчик. Если кто-то не знает, как попасть на него, то я оставлю ссылочку на него в описании, когда только на этом ролике будет 500 лайков. Как только 500 лайков будет, в описании будет ссылочка на тестовый сервер. Короче. Что у нас, ребята, появится? Новый ивент, Beach Party Event. Вот такой вот ивентик, вот такие вот у нас, смотрите, гриль, столики, просто максимально, скажем так, вот такая вот вечериночка. И здесь, ребята, в одном обновлении мы сразу же получим два новых скина. А именно, гран-приз Шеф Эми, то есть повар, и Summer Sonic, легендарный скин. Кстати, это будет первый легендарный скин, смотрите, если мы даже посмотрим здесь вот, он вот он, легендарный скин. Ну и вот она, Эми у нас шеф. Вот, вот такие вот дела, в принципе, ивентик максимально крутой, опять у нас получается, ну, два скина, это максимально круто, два скинчика, это очень круто, нужно опять что-то собирать, а именно, получается, худоги, это то, что любит у нас Соник, он, Соник, очень любит худоги эти, вот, за робукс, опять же, они разблокируют, смотрите, по 600 робуксов и 800, возможно, на обычном сервере цена будет дешевле, потому что, по-моему, в каком-то обновлении цена была дешевле. Вот, также у нас вернулся Sailor Tails, и также у нас появились опять питомцы, те же самые, с теми же самыми фиговыми статами, ну, в плане, статы хорошие, но они не увеличиваются, просто постоянно новые питомчики, вот и все. За 500 робоксов, вот на него, кстати, будет розыгрыш, вот, можете либо его купить, либо же, вот, например, Sailor Tails, если у вас вдруг его нет, тоже сможете за 500 робоксов купить, поэтому участвуйте в розыгрыше, там, лайкосик, подписочка, комментарий, вот, в принципе, такие дела. Так, что нам нужно будет делать, ребят? Собирать худоги. Худоги у нас разбросаны по всей карте, а именно на спавне, во всех мирах, там, во всех 6 мирах, которые вообще существуют в Сонике. Вот, надо собрать, там будет 7,5 тысяч худогов, чтобы собрать все-все призы. Вот, также обнова уже, скорее всего, выйдет именно сегодня, в субботу, она выходит каждую субботу. Вот, и сегодня, возможно, будет еще тогда второй ролик по Сонику, именно по новому обновлению. И, возможно, ребята, еще сегодня... Вот полнейшая жесть, я, наверное, себя просто конкретно избытаю, я болею. Вот, но, возможно, сегодня будет еще третий ролик, а именно по майнингу, то, что там тоже вышло новое обновление. Я еще не сплю очень давно, вот, сейчас 7 часов утра, а не сплю я уже, наверное, с 4 часов утра, потому что там вышло обнова в майнинге. Короче, максимально для вас я стараюсь, ребята. Поэтому обязательно поддержите лайкосиком. Короче, собирать у нас худоги максимально просто, на самом деле, я тут уже, вот, получается, фармил. Спавнятся они бесконечно, то есть никак, допустим, там, ну, типа, раз в 3 минуты, да, там они исчезают, появляются. Спавнятся они в основном бесконечно, на самом деле, я тут пока фармил, наверное, за минут 5 я нафармил уже штук, там, 200-300 этих худогов. Поэтому 7,5 тысяч будет, в принципе, не так уж и трудно нафармить. Ну, как бы много, но нормально, то есть, в принципе, где-то, я думаю...
за часа 2-2.5, 7,5 тысяч худогов можно будет на изях, в принципе, нафармить. Вот, поэтому, ребята, обязательно, чтобы получить 2 халявных скинчика абсолютно бесплатно, обязательно залетайте у Содика и проходите новый ивентик. Но еще обновление пока что не вышло, это пока что тестовый сервер, но все же. Вот, в принципе, какой-то ивентик, также тут еще у нас дают питомцы эпические, но они фиговые, но вот эти вот 2 скинчика максимально крутые, эпический и легендарный. Я думаю, это максимально круто. А также, ребята, что я хотел вам еще показать. В начале видосика вы, наверное, слышали что-то про Metal Sonic. Да, ребята, как вы знаете, у нас вот тогда зарядился. У нас добавилось, по-моему, тогда две шкалы. Две шкалы у нас на зарядке Metal Sonic добавилось. Он также перекрасился в оранжевый цвет. Вот. И там оставалось еще три шкалы до зарядки, до 100%, чтобы что-то случилось. И с этим новым обновлением, ребята, смотрите. Появится у нас такой вот, получается, таймер для Metal Sonic. Вот у нас уже двигается. И в этом обновлении, когда оно выйдет уже на официальном сервере, уже у Sonic будет 90% зарядки. То есть, скорее всего, у него не будет хватать одной шкалы. То есть, у него было 3 шкалы заполнено, потом добавилось одно обновление 2, сейчас еще 2. И через 7 дней, то есть, на следующей неделе, в субботу, добавится, получается, еще шкала последняя. И будет у нас какой-то ивент, походу, с Metal Sonic. Но прямо сейчас мы его не сможем посмотреть, как он будет выглядеть. Мы уже посмотрим в новое обновление, ребята. Я вам уже его покажу сегодня, когда уже выйдет обнова на официальном сервере. Просто здесь, так как у меня нету киборг Соника, ребята, я не могу увидеть этого, ну, почти заряду станции Metal Sonic в Chemical Plates. То, что нужен обязательно киборг Соник. Поэтому, если вы еще до сих пор не прошли ивент на киборг Соника, обязательно проходите. Вот, в принципе, обнова крутая, ребята, обязательно напишите в комментариях, вот, как вам обновка. Ну, я думаю, максимально круто, что если прошлая обнова была максимально фиговая, то эта обнова максимально крутая, потому что все-таки 2 новых скина, это не один, а сразу 2 новых скинчика. Тем более, ну, Эми не особо, да, а вот Summer Sonic, мне кажется, максимально реально крутой скинчик, за 7,5 тысяч худогов. Вот, и, кстати, также, ребята, помните, у нас еще должен был выйти Enchant, он у нас еще до сих пор не вышел, написан до сих пор Coming Soon, поэтому, скорее всего, он, возможно, выйдет, когда выйдет Metal Sonic, а может быть, еще даже позже. То есть, пока что нас просто добавили, чтобы он просто был, вот, но когда он выйдет, еще до сих пор неизвестно. Вот, ну, от одного разработчика известно и команде, которые делают данный плейсик. В принципе, такие дела. Не знаю, наверное, все, что я хотел вам показал, а именно Metal Sonic, также новый ивент, что нужно фармить. Скорее всего, ну, если, знаете, раньше у нас, допустим, были кристаллы, да, они больше всего спавнились в 3-м и 5-м мире, то здесь худоги спавнятся, они везде максимально много. Поэтому здесь уже нет прям какого-то, знаете, прям супер фарм этих худогов. Вот, они спавнятся везде очень хорошо. То есть максимально тут много спавнится, бесконечно, скажем так. Нет никакого КД на время, хотя, возможно, когда будет официальный сервер, вот, возможно, будет какое-то КД на время, но здесь пока что никакого КД нету. Вот, в принципе, все, ребята. Надеюсь, вы поставили лайкосик, подписались на канал, обязательно участвуйте в розыгрыше, пишите комментарии, прожимайте колокольчик, я вам показал, что случилось с Metal Sonic, новый ивентик, вот, ну и все, что у нас добавится в новом обновлении. Ну а с вами был Сида, как всегда, я Цезарь, всем желаю удачи и до скорой встречи в новом видосике, уже, скорее всего, сегодня. Все, ребят, всем пока-пока.